ты практически отсутствует, и если бы этот город стоял, например, на южном берегу, с большой долей вероятности он бы и назывался Гезлео. А мы о нем узнаем из уст турецкого путешественника и влиячей Лиды, где он на несколько турецких манер принес его Гезлео. Мы исторически остается это название. Город это был город-крепость. То, что вы видите сейчас, это восстановленные ворота. Мы, когда приступили к восстановлению этих ворот, было известно, что когда-то здесь были ворота. Им посчитывалось простоять в конце 15 века.